Kurmattu edin. Men satılgan Gülzat Nabiyevna oşo keçe 4 aprelde jönötkön video obraşeniyam turalı meselge dan dagı özüm oficialny obraşeniya jasayın dep sizlerge çıgып atam, kayrılıp atam. Men ala birinchi video obraşeniyada men anı özüm tuğan uruguma мага переживать этип эмне болду, эмне турду дегенине мен ошону сөз менен эле мындай жана кылбайын деп ошо видео менен жеткирейин деген учурда максатта жөнөткөнмүн. Ал жерде я не говорила, что такой болезни нету, нет. Дүйнө жүзү ушул менен күрөшүп келип атат. Ал бар нерсе вот. Ошого биздин Кыргызстан деле ошо бизди ошо бизди ден соолукту карап, медиктер карап, ошо лечение кылып, кылабы, кылбайбы, больнойбу, больной эмеспи, за границу болгон адамды, Кыргызстанга келген адамды бардыгы, несмотря на возраст, жашпы, карыбы, бардыгын алып атат. Контактта болгондорду да алып атат даже. Ошолор как положено 14 күн карантинде жатып, эми бул карантин деген сөздөн коркпогула. Бул карантин это самоизоляция. Если ты думаешь бирөөгө жаман келтирбейин, бирөөдү там жана кылбайын деп, убедить себе сперва, что ты действительно здорова, чтоб ты действительно жана болсуң, анан кийин, пожалуйста, а слово карантин не бойтесь. Барасың, самоизоляция кыласың, тапшырасың, чыгасың. А мындай бул оору жок эмес, бар хорошо, она проявляется это 4 дня, 4 күндө проявляется. Никто мага кишен салып келбеди колума, никакой милиция мени апарбады. Были такие сплетни. Милиция келиптир, андай кылыптыр, кишен салып алып, колуна наручник салып алып кет. Мен ошону все пережила, все вытерпела. Я прошла обследование, да, прошла. Была на лечение, да, была. Я могу так сказать. Мына азыр барды иштеп атат. Спасибо вот этим медикам. Знаете, ошолорго всем большое спасибо, что они переживают за своих людей, за своих граждан, да. Но они борются за нас, за нашу жизнь. Мы ооруп калсак, ошолордун колуна барабыз. Если мы будем слушаться государства, то, что они требуют, там, это ради нашего блага. Сказали вам сидеть, посидите, посидите, это ничего. Нет, сидите дома, не гуляйте. Но же они вообще же нам не запретили прям никуда не выходить. Нет, они же сказали, нужно что-то купить или там лекарство. То есть, не, выходите спокойно, пожалуйста. Продают, открывают, продают, все работает. У нас прям не закрыли. Общество да азрак болгула, өзүңөрдү сактангыла, таза болгула. У меня никакой претензий никому нету. Я скажу всем спасибо. Эч кандай претензиям жок. Мен үйдө, Кудай шүгүр, жаттым, чыктым, меня хорошо выпроводили. Жакшы бар туда-сюда деп. Пришла домой, сижу, все хорошо. Никого, ничего не бойтесь. Карантин, карантин. Ну и что? Посиди 14 дней. Сдай анализы и уходи. А остальным всем большое спасибо. У меня никому претензий нету. Берегите себя и будьте все здоровы. Спасибо.